сегодня мы с вами зайдем в гости в магазин семенабаза.рф, который находится в Невском пассаже. Для ориентира покажу вам белый аист, который находится вон там. Жители Волгограда, конечно же, знают, что Невский пассаж находится по адресу Невская, 12В. Заходим в магазин. И сейчас мы пойдем по следам, на которых написано удобрение мера с фульвокислотами. Все для сада и огорода. По этим следам мы придем совершенно точно к магазину семенабаза.рф. Здесь все для дачи и даже больше. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! И вас снова приветствует Елена в нашем магазине, который находится в городе Волгограде по улице Невская, 12В. И хотелось бы для вас сегодня сделать небольшую обзорную экскурсию. И начнем мы, пожалуй, вот. Ой, какая красота! Линейки. Слушайте, тут огромный выбор цветов. И не только цветов. Так. Мы можем предложить вам широкий ассортимент огурцов, помидор, зелени. Мы работаем с проверенными фирмами, такими как фирма «Гавриш», «Седек», «Поиск», «Аэлита». Можем предложить вам «Сибирский сад». Ой, у вас просто небольшую линейку. Филиал музея сада. Семян. Оно так и есть. Также к нашим семенам мы предлагаем грунты. Ну, это часть грунтов. Дальше я вам покажу побольше выбор, ассортимент. В основном я смотрю здесь для цветочные, цветов. Да. Кактусы, цветочные, рассадные фиалки. Мы пройдем дальше. Также у нас имеются удобрения. В любом формате. Есть и минеральное удобрение, есть органическое, и есть в хелатной форме, быстро доступное для растения. Пройдемте дальше. Здесь у нас имеется инвентарь, такие как лопатки, грабельки, кому что нужно на выбор. Вот такая вот большая линейка биогумусов, гуматов калия. Особенно у нас пользуется сейчас большим спросом вот такая серия, как спеленыш. Именно начиная от рассады и для всего роста растения. Вот такие удобрения. И хотелось бы также отметить нашего генерального директора Барахтенко Виталия Викторовича за тот вклад, разработку и внесение труда вот именно в эту линейку, которая у нас сейчас пользуется огромным спросом. Пройдемте дальше. И здесь у нас вот пришли мы к этим грунтам. Ничего себе! Это вот уже рассадные грунты. Вот это размах. Которые мы предлагаем. Вот биогрунты. Есть волшебная грядка, которую выпускает Буйский завод. Тоже популярная линеечка. Проходите. Ну, давайте буквально рассмотрим несколько. Так, мы видим опять волшебную грядку. Это объемы. 5, 10, 6, 10 литров. Пожалуйста. И также богатырь 20 литров. А 50 есть, интересно? Есть и 50. Сзади вас, обратите внимание. Да, давайте, точно. Даже 60 есть. И 50, и 60 на любые объемы. Да, для томатов, перцев и баклажан. Проходите дальше. Так, здесь но у нас мы с вами, Елена, пропустили вот эту красоту. Посмотрите, ой, сколько здесь. Эта красота вообще неимоверная. О, там, да, если наверх обратить внимание. Это садовый декор. Да, так это уже многоэтажки вот просто. Многоэтажки здесь они можем предложить. Многоэтажки для садового декора. Есть для комнаты, для окон. Вот для окон, а вот это, я так понимаю, для это сада, трехъярусные. Трехъярусный декор, пожалуйста. Также обратите внимание, по левую сторону у нас богатая витрина. Здесь нижний ряд у нас от вредителей. Есть химия, есть биопрепараты. Дальше идет линейка фунгицидов. Это от болезни препараты. Также мы имеем большой ряд гербицидов. Это препараты от сорняков. Не только сплошного действия, но и выборочного для грядок. Дальше линеечка у нас расположена стимуляторов роста и корнеобразования. И такая же вот линеечка мера тоже очень у нас сейчас ходовая. Я, кстати, всегда, когда прихожу в магазин, где есть вот такое мыло, я, знаете, я не могу удержаться, чтобы взять, не понюхать его, поскольку это какой-то невероятный запах. Вот если вы не, как это называется, не слышали этот запах, это говорят... Натурпродукт. Это просто невероятный запах. Прошу сюда. Да. Здесь мы тоже
работаем с, обратите внимание, с волгоградской селекцией. Красота. Красота. Именно вот где нарисована мать родина, это наша волгоградская селекция. Но и также мы можем предложить ассортимент нашего музея семян. Вот да, такая и, красота. И здесь, кстати, даже есть логотип музея семян и сеть защиты растений. И также мы начали работать с такой фирмой, как «Партнер». Угу. Она фасует Голландию. Ну, на эту фирму есть свои любители. Да, пожалуйста. И они... Все это предпочитает «Партнер». В магазине «Семенобаза». Кстати, я вижу у вас отдельным просто, отдельной стойкой выделенный морковь. Ой, забыли, пойдемте, пойдемте. Вот богатый тоже ассортимент. Угу. Здесь корнеплоды, редиска, да. Морковка. Можете можно, покрутить, вот полистать, смотрю, все. Есть на ленточке, есть в гранулах, в удобрениях, есть обычные семена. Ну, кто что желает. Да, очень а такую удобно. Красоту вы еще какую, не видели. Какую? Пойдемте, я вам могу так. предложить. Не только для дачников. А, так то ну можно, и... можно прийти за кастрюльками. Можно прийти за кастрюльками и за чайничками. И за чайниками. Да, слушайте, ну широкий ассортимент. Да, я-то думал, знаете, когда заходил, думаю, ну называется ведь семенабаза.рф. Ну, нет, у нас семена. Расширенный ассортимент. Да. Не только для дачников, но и для обычного человека. Пойдемте дальше. Да, значит, вижу какое-то количество инструмента. Да. Здесь инструмент не такой, секаторы, как... Секаторы, кусторезы есть для комнатных, угу. горшочных вот. Растений мы можем предложить любителям тоже вот такие вот наборчики. Новенькие, красивые, ну, потому что многие... у кого нет дачи, можно и дома да. этим позаниматься. Пройдемте дальше. Здесь у нас есть... дачный декор, ну, еще не в полном ассортименте, но к сезону он у нас расширится. А также ой. Для тех, кто пользуется да. вот такими лесками для триммера, пожалуйста, можете приобрести, потому что не только можно, знаете, с помощью различных химий уничтожить сорняки, но и вот с помощью да. триммера. Также пройдемся. Да. Здесь для любителей кухни да. можем представить вам, гляньте, какой ассортимент. Не только посуды и... Но это уже когда все выросло, и нужно, значит, помидорчик порезать, значит, порезать в салатик. Тут, значит, тут у нас, пожалуйста, консервный нож. Это если вы уже какие-то закрутки у вас уже есть, это на зиму. Да. Так, я пройдемте вижу... дальше. Можем удивить и банщиков. О! У нас есть что выбрать. Ничего есть себе. Небольшой, но есть ассортимент для банщиков. Да. Всякие такие банные штучки, венички, шапочки, рукавички. Пожалуйста, приходите, кто в этом нуждается. И еще у нас есть вот такая красота. Выбор вот таких красивых. Но сейчас все, сейчас это мне кажется, это была последняя капля. Это бомба. Да. Пушка замедленного действия. Также есть рулончики. Рулончики, укрывной, но это, понимаю, материал. Это, уже, это материал, да, различной плотности для тех, кто укрывает. Да, ну также есть у нас и пакетированные в нарезке. И вот такой вот небольшой обзорчик. Пройдемте еще сюда, мы здесь не были. Вот такая хозяйская часть. Это для сбора урожая. Да, да. Желательно когда вот богатый желательно урожай, вот в таких вот тазах. Мы можем и в тазах, и в ведрах, да. во что угодно. Но чтобы собирать вот в таком вот тазике, нужно, конечно же, сначала нужно вот в биогрунте это... богатырь конечно, засадить рассаду. Конечно. Это все идет с рассады. Ну и вот мы сделали несколько шагов по магазину, и мне кажется, это такая, знаете, была на самом деле обзорная экскурсия. Мы подошли в прикассовую зону, здесь тоже ведь у вас наверняка много чего интересного. А много интересного, вот обратите внимание, на цион. Так. Цион. Кто любители, они знают пользу этого циона. И есть постоянные клиенты, которые именно приходят, покупают цион. Да, причем у них слоган «Цион» для растений «Только он». Только он, и больше ничего. Елена, спасибо вам огромное за знакомство с магазином «Семенобаза» на Невской 12В. Осталось вам только пригласить посетителей в магазин, чтобы они уже не на телеэкране увидели эту экскурсию, а своими глазами. Мы будем рады и всех ждем. Дадим бесплатную консультацию. Приходите. Елена, спасибо. А мы делаем несколько шагов, чтобы увидеть еще раз
адрес, интернет-адрес магазина семена база.рф. Это если вы хотите посмотреть ассортимент в интернете. А если захотите прийти, то, пожалуйста, добро пожаловать в магазин семена база.рф на Невской 12В. Добро пожаловать!